Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время интервью военному эксперту Игорю Короченко заявил, что если Армения будет продолжать иметь территориальные претензии к Азербайджану, то Азербайджан ответит встречными мерами, так как Азербайджан имеет куда больше исторических предпосылок претендовать на всю территорию Армении. Поэтому, по словам президента Азербайджана, Армении лучше согласиться с мирными предложениями Азербайджана, а то все может повториться вновь и опять начаться война. Мы готовы двигаться в плане нормализации отношений, но пока позитивных сигналов с армянской стороны нет. К сожалению, до сих пор поднимаются вопросы о статусе Нагорного Карабаха, что совершенно бесперспективно и, я думаю, вредно и опасно для Армении в ее нынешнем таком плачевном состоянии. Потому что они не должны забывать уроков Второй Карабахской войны. Если Армения будет продолжать иметь территориальные претензии к Азербайджану, трудно будет Азербайджану воздержаться от территориальных претензий к Армении. У нас больше оснований для этого в плане исторической принадлежности того же Зангезура или того же региона озера Гюйча, больше исторических предпосылок для территориальных претензий. Мы же их не предъявляем. Почему Армения, будучи побежденной, подписавшей акт капитуляции, считает себя вправе говорить о каком-то статусе для Нагорного Карабаха, статусе для того, чего нет. Нагорного Карабаха нет. Есть Карабахский экономический район, есть Восточно-Зангезурский экономический район. Это наша территория. И нам определять, какие административные единицы у нас могут быть. Это только нам, никому больше. Ни одной другой стране, тем более Армении. Поэтому я думаю, что вот эта продолжающаяся вот эта вот пластинка, заезженная о статусе, о Нагорном Карабахе, это таит для Армении большую угрозу. И лучше как бы нас не злить и не раздражать, а согласиться, пока наше предложение на столе. То же самое может повториться, как и с войной. Мы же предлагали остановиться вовремя. Мы предлагали выйти добровольно. Но они не согласились, вот сейчас пожинают. То же самое может быть и вот с этой ситуацией.